Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Гриндача. Я забрела в анимонеллы и анимоны. Давайте с вами немножко рассмотрим. Чуть-чуть побил их морозом. Все равно видно, что это за зверь. Вот это вот брактеата. Вот такая вот она необычная, прикольная. А вот здесь вот тоже есть, посмотрите. Такая классная. Напомню, что у анимонелл листва после цветения не отмирает. Вот. И также здесь есть монтроза. Вот она здесь совсем меньше беленькая. Вот она такая необычная. Зеленая. В принципе, зеленая тоже нужно для разбавления в саду. Вот, чтобы не было слишком ярко или пестро. Также тут есть махровая. Не помню ее сорт. Но у нас на сайте есть. Потом розовенькая. Розовое, белое. Вот. И немножко махровый, розовый, камео. Но сейчас плохо видно оттенок. Вот здесь она кажется совсем светленькой. Вот такие вот прикольные анимонеллы.